А на всякий случай, где взять пьесу? Давай по памяти. Блин. Давай. О. Киа. А. Кого там, братья мои, на клыки подняли? Ба, старый знакомый, прости, не опознали. Где щегольский вид, помят, не брит, прикид, не свежий, но мы-то правда, ребята, вежливые. Волк голодному бросит кость, гость моего отца, мой гость, ты нас не бойся. Подходи к костру, что ты у нас потерял, не мою ли сестру? Нет. Нет, не ответ, но мы люди не гордые. Как там в полисе вижу закисли морды-то? Где Барт? С вашим тираном ведет политес. Заминает неприятнейший ночной эксцесс. Компромисс для него естественен, но не для меня. Так это был ты? Не зря тебе дали ученую степень, ты 2 и 2 складываешь, а не только девицам звезды показываешь, а? Зачем ты это сделал? Затем, что ваша религия привилегии, у вас нет иной тактики и стратегии. Ваше божество потребление, ему поклоняются целое поколение. Браслеты основа вашей морали, ну и кем вы стали, когда их отобрали, кем? Растерянным стадом, а скажи, кому это надо? Кто прав, света, судить об этом, кто тебя назначил мессией, ты там не жил, умей свой пыл, не лезь, куда не просили. Уж очень хотелось вас сбросить с вершины моральных устоев, посмотреть, кто чего стоит. Я — это спичка, мир — это порох, не сойдутся две крайности. Этот мир рассечен разломом, не сольются вода и масло, бронза и платина. Небесное и земное, напрасное и чудесное, мы могли бы с тобой быть братьями, но пока середина не найдена. Право имею, слышишь ты, тварь дрожащая. А сказать-то по сути нечего. Вы гнойный нарыв на теле человечества, который надо бы нам вскрыть. Ты что ли вскроешь, хирург? А будет надо и вскрою. О, это не сложно, я осторожно. С гордыней ложью так делать должно. Новым, а это уже разошлось со словом. Крылья купол украл и все свалил на другого. Кто виноват? Еще под вопросом. Купол только начало. Сестру погубит твоя вина. При чем здесь сестра? Птичка в клетку попала. Не сойдутся две крайности. Этот мир рассечен разломом. Не сольются вода и масло, бронза и платина. Небесное и земное, напрасное и чудесное, мы могли бы с тобой быть братьями, но пока середина не найдена. Где сестра? Так идите, найдите ее! Что происходит? Сестра в полисе отвечает за мои поступки. Пора примириться. В плену наша птица. Нам с обоим важно одно. Что ты предлагаешь? Пойти признаться. Нет. Сдаться исключено. Сдаются псы, а не волки. Легко геройствовать втихомолку. Втихомолку? Слушай, а что? Эй, послушай, ты мне подал идею. Будут волки сыты, а овцы целы. Подключи меня прямо в зал суда. Прямой эфир террористу? Ну да. Слушай, я не укушу их с экрана. Устрою исповедь хулигана. Крылья взорвал, купол украл. Все как на духу. И конец балагана. Давай еще. Не сойдутся две крайности. Этот мир рассечен разломом. Не сольются вода и масло, бронза и платина. Небесное и земное, напрасное и чудесное, мы могли бы с тобой быть братьями, но пока
середина не найдена. Ой, было видно. Королев... Йо-йо-йо-йо. Королев взорвал, купол украл.